Приветствую всех на канале. Продолжаем наши боевые вылеты в игре Bomber Crew на нашей летающей крепости. Так, загрузить игру, мистер Джей. Боевая крепость мистер Джей. В прошлой серии мы получили таких сильных нагоняй, надавали нам там, приземлились, при приземлении разбились. Это было ужасно. Так, в этой серии-то что у нас там по асам-то? Ну, повезло тебе, Гюнар Гюнтер. Немец, блин. Синяя миссия есть, средний риск, награда за выполнение небольшая. А вот это высокий риск. Не пойдем пока на высокий, а это очень высокий риск. Нет. Вот пойдем сюда. Так, сегодняшняя цель. Танковый завод, расположенный возле Бремена. Его необходимо вывести из строя. То есть опять бомбить. Начать задание, средний риск у нас. У нас новый механик, все приодеты, вот они все сидят. Это хорошо. Что, кстати, у тебя есть, новичок? Нет. Новичок у нас ты. Фокусировка это. Нет, вот ты, новичок. Стоп. А, вот механик. Я привык к фото. Так, ускоренный объединенный. Плюс нету, да, ничего. Три огнетушителя мне побольше. Погнали. Я тут что-то залялякался. Сразу курс выбираем. Давай. Пилот приодет, если что. Ну, мы там такие финты крутили в прошлой серии. Это жесть. Втянуть шасси. По топливу что у тебя? Давай сразу ускорение дадим тебе. Лететь-то нам сколько? 3 минуты. Связь с разведкой. Давай, капитан, в руль. Расскажи нам, что там с разведкой у нас не так. Отмечаем наш курс. Угу. Так, получены новые разведданные. Ну, вроде ты опять меня обманываешь, я ничего не вижу. Где? Время прибытия 3 минуты, я же уже ускорение нажимал. В общем, новая точка сейчас будет. Так как нам надо будет бомбить. Ага, вот она, новая точка. Давайте мы сразу тебя, иди сюда. Иди на место бомбера. Сразу выделим тебе. Ой, какие красивые, ребят, одетые. Красота. Ускорение готово к использованию. Вот ты у меня, да, я уже привык к картинкам другим, а они тут все приодетые. Запомнить, что ты второй. Так, у него нет ни хилки, ничего. А кто? А, да, он у меня доктор первого уровня. Ну да ладно. Так, истребители. Сразу вас выделим. Поставим ты. Готовь зажигательные. С оборонительным. Давайте. А, ладно, начнешь стрелять, тогда свистнешь. Все, ты у меня выделен, зажигательный, оборонительный, постовой. Стреляешь? Нет. Ух ты, прям во все стороны расстрелялся. Давай, зажигательный, фокусировку будешь... Кого? Алло! Иди быстрее сюда! Как тебя убили-то? Ты же у меня одет полностью. Лечи его. Жесть. Радист. Давай автоматическую разведку. Потому что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Иди на хилку. Ты. Иди на место. Жесть, а как это фокусировка, давай? Это жесть, как ему прям прилетел, я даже не заметил. Его просто с плюхи вынесли. Это как так-то? Это вообще жестоко как-то было. Оборонительный, давай применим. Ведь на место бы вернуться, дядька.
ты у меня что по топливу? Объединенку дадим давай сейчас, давай на место дуй. Как тебя так это? Да, это было жестко. Отмечаем новый курс. Так, у тебя все есть, пока на подлете. Бомбардировщик, да, фокусировка готова. Ты только фокусировка. У тебя пока нет ничего. Открываем створки, уже, в принципе, на подлете. Радист, что у тебя есть автоматически, если что, да? Все, створки открыты. Радист, давай, маркировка автоматическая. Зажигательный поставить. Ой, сейчас проморгал бы. Будем бомбить. Да, жестокие какие-то миссии пошли. Бомбим. Все, закрываем створки. Переводим тебя в этот режим. Смотрим связь. Так, мой радар там работал, я видел. Видел, истребители еще были. Еще кто-то есть там. Вот еще два истребителя. Да, мне надо избегать вообще всего этого воздушного боя. Оборонительный. Фокусировка, зажигательный, фокусировка. И я хотел посмотреть на карту. Вроде бы цели я больше не вижу. У меня тут одна нарисованная. Я радисту давал связь с разведкой, но не вижу. Я бы сделал бы доп. Задание какое-нибудь. У тебя фокусировка в откате, да, получается? Ой, горим. Горим. Кушаемся. Горим. Я только заметил, что... Все, двигатель потеряли, я животушил. Так, давай, где у нас тут ты? Нажмем тебе на всякий. Вдруг? А вдруг и нет. Так, ну у нас нормально топливо. Давайте ускорение дадим. Пока объединенный откатывается. Новый курс у нас отмечен. Давай, сюда полетели. Все. Он, наверное, сейчас думает, этот механик сейчас думает, да, какой он там, его на пенсию отправили, небось, где-нибудь его скинули по дороге мертвого. Правильно думаешь, в правильном русле. Так, кто такие? Сейчас мы вас отметим. Не, ну это такая средняя, конечно, миссия была. Так, получается, ты у меня, вот, нос. Фокусировку тебе тоже дадим. Стреляли ж только что, давайте. Прям сбить их. И тебя сейчас мы подождем и дадим тоже Нет. Вот, спина, фокусировку дадим, если что. Давай, фокусировка. Тебе надо тушить двигатель. Отметить курс надо. Все, двигатель мы потушили, его чинить не надо, нет. Нам доложили о подозрительном объекте. Туда сделайте несколько разведснимков. Я не вижу, где какие подозрительные объекты. Вы мне на карте покажите сначала. Зажигательный. Ты у нас. Ты. А все, да? Нет, зажигательный. Ты у нас нормально с зажигательными сидишь. Вроде бы все, давайте посмотрим. А, да, нам в любом случае лететь туда. Так, ты иди подхилься. Ты занимай свое место. Ух ты, у нас что, объединенный, давай. Сейчас быстренько всех подхилим. Всех на позиции посадили. Угу, это у нас, значит, обязательно дополнительное задание. Надо топливо поэкономить. Так, ты у нас. Иди подхилься тоже. Не упадет же самолет. Я надеюсь, нет.
Давай, хильс, потом на место придешь. Давай. Время есть, в принципе. Оп. А самолетик-то падает. А побыстрее не можешь? Чуть-чуть. Ну чуть-чуть. Нет, все, я умер. Все, что ли? Это я так накосячил? Так, выполнено. Уничтожим. Продолжим. Все погибли, да? А, один спасет. А, это вот так вот работает. Это вот так вот, значит, работает. Я и не знал. Мне надо. 6-й, 4-й, 5-й. Вот 6-го возьму. Теперь мне нужен механик. 3-й, 5-й. Новобранец, пулеметчик. 4-й, 6-й, 5-й, 6-й. Новобранец, пулеметчик. 4-й, 5-й. Новобранец, бомбер. 1-й, 3-й, 4-й. Новобранец. Экипировка. Ну что ж, придется заново тогда прокачивать, да? Серия немножечко затянется. Давай, готовы. Ты у нас летчик, да? Улучшенный набор пилота. Правильно? Ты ж пилот? Да, улучшенный набор пилота. Ты у нас. Механик, улучшенный набор бортмеханика. Да, ты у нас. У тебя уже стоит. Ну, в руль, главное, остался. Главное, капитан, в руль-то остался, и хорошо. Да? Так, а у вас у всех улучшенный, да, бортмеханика. Хорошо, бронированный. Так, ты у нас улучшенный набор пулеметчика. Ты ж пулеметчик? Или хорошо бронированный? 60-69. Не, давайте вот этот. И все, и денег у меня нет. Воздушное судно. А, у меня теперь стоковое оно. Стоп, базовая расцветка. Давайте дадим какой-нибудь, я не знаю, подарочной упаковки, может быть. Праздничный не то. Цвет, вот, пусть будет красного лондонского или темно-синий. Вот, подарочная упаковка. Все, вид носовой. Стоп, а я не поставил в подарочную? А, ну вот, все. Вид носовой части. Восьмерка. Вот, летающая свинья. Вид двигателя. Свой успик. Во, пусть будет кричащий череп. Вид крыла. Звезда, туспик. Туспик. И без текста на борту, а то я знаю мы. И у меня все. Все. Все заново, да? Отлично вообще. Все заново надо. Дувная шлюпка. Ой, не то нажал. Давайте пойдем в инструктаж. Стоп, в обучение хотел зайти. Что у тебя тут? Ага, вот, давайте мы тогда распределим. Ты у нас, получается, механик. Так как ты у нас механик, ты у нас будешь еще и первая помощь. Мы теперь просто всех по-грамотному распределим. Теперь у тебя все есть. Штурман, да, получается? Объединенное ускорение, если что. В руль. В руль, понятно.
ты пулеметчик. Пулеметчик у нас будет... Ну вот я не знаю, может быть первую помощь ему, правда, дать, но он тогда будет всех хилить. Я лучше ему дам тогда, может быть, механика. Пусть будет один механик и один будет... Это вообще голый, да, какой-то? И один будет... Ну пусть, не знаю, давайте радист. А бомбер будет еще у меня и пулеметчиком. Все. Вот так вот. Пойдемте на инструктаж, нам надо кучу денег где-то надыбить. А я что-то и не знал, что мы упадем. Средний риск. Ас в районе. Я не хочу с асом сражаться. 1800-1200. Сейчас посмотрим, где больше. А, ну мы... Одно и то же, да, нацелены на лендом. Не дайте им этого сделать. Мы обнаружили целый комплекс ракет. Нет, с ракетами не хочу, особенно целый комплекс. Нам стало известно место расположения вражеского склада боеприпасов в Брюгге. Уничтожив этот склад, мы существенно сократим их запасы. Да, хорошо, сейчас это выберем. Ага, ас у нас все-таки засчитан. Как сбитый. Вот тебя, да, по-моему? Все, начать задание, погнали с новым экипажем. Только два члена в живых осталось. И это плохо. Зато новый самолет, вон какой красавец, хотел сказать, да? Иди, чини сразу так-то уж, прям сходу. Взлет, высота низкая. Я даже не ожидал, надо было просто не хилить летчика и все. Кем-нибудь из членов экипажа его похилить и все. Но я не знаю, впервые у меня такое. Надо все попробовать в игре. Так, втянуть шасси. Ты у нас, давай. Доделывай там. Все, вроде все работает. Нам сообщают о вражеском асе. Ну, не знаю я, конечно. С ним будет тяжко. У нас стоковый самолет получается. Цвет какой-то у него не очень. Уже привык к желтому. Да, в принципе, и к этому привык. Так, радист. Связь с разведкой. Давай, в руль. Ты у нас, получается, все так же, да? Ты у нас хвостовой, и ты у нас на носу. Получены новые разведданные. Ага, все видим. Ну, фокусировка есть. У этого вообще ничего нету. Может быть, его сразу пересадить? Пусть идет в бомболюк. Выберем ракету. А там дальше будем смотреть. Какой из него бомбардир? Ты у нас что? Штопор авиапике, да, маневры? Я не знаю, что это значит. Залочить, наверное, пилота. В общем, не в курсе. Так, выбираем. Угу, вот они, наши первые цели. Да, но сейчас нам могут настучать сильно по кепке. Сейчас, давай, начинай стрелять. Мы тебе сразу дадим фокусировку. Ты у нас, а ты у нас вообще никак не одет. Я понимаю, что там впереди. Стрелять ты сегодня будешь, алло. Все, давай. Так, бомбер. Это хорошо, бомбер. Так, ночь у нас. Давай, открыть створки. А вот он и Гюнтер, да? Собственной персоной. Створки у нас открыты. Ты. Фокусировка, да, я вижу, что ты там. А, так мы сейчас собьем Гюнар Гюнтера. У меня что-то сломалось? А, у него опять полное ХП. Это как так-то? Сейчас мы сбросим одну бомбежку. Так, выберем второе. Закрыть створки. Выберем вот это.
Где ты у нас, радист? Автоматическая маркировка. Давай. Фокусировки нет, оборонительный. А, ёлки-палки, серьезно, я забыл. Вот это фейл. Ребята, терпим. Я правда забыл. Сейчас, погодите. Давайте сюда. Ты, перезарядка. Я забыл про патроны. Фокусировку на. Пока все нормально, более или менее справляемся. Давай, ползи, что ты такой долгий? Фокусировка. Так, ты у нас огнетушитель возьми. Хотя ладно, на одном двигателе, ну, одним меньше, одним больше. Где-то там у меня радар показывал, есть истребители еще. Да, это было жестко. Точнее, жесть продолжается. Давай, садись. Да все, можешь бросить свой огнетушитель и сесть на место. Ты, перезарядка. У меня что-то там сломалось. Иди к чини. Ты на перезарядку. Тебя вообще подхилить. МГ-17 до калибра. У тебя что-нибудь есть тут вообще? У тебя вообще ничего нету. Чини быстрее. Да. Ну, менее полстолба, но мы его, наверное, не подобьем. Фокус возьми. И ты фокусировку. Может быть, еще и подобьем. Давайте, ребят, активней. Где ты тут? Иди чини. Активней, парни, стреляйте. Одна аптечка есть, если что. Не добьем его, что ли? Картограф. Давай сюда. Полетим до АСА. Давай на место, на место. Где этот АС? Все, он ушел, да, от нас? Или мы от него? В общем, не знаю, кто от кого убежал. Иди, хилься. Ты нам что скажешь? Давай, объединенный, на всякий случай возьмем. Так, пора приземляться, парни. Выпустить. И высота низкая, хилься. И нам надо будет поменять тогда вот здесь на 3 аптечки. Парашюты убрать. О, а тут он... Не, смотрите, тут у него больше уже. Ну тогда вот здесь 3 аптечки поставим, вот здесь 2, и здесь попросту надувные лодки поставим. Огнетушитель не будем брать. Ну или что там можно поставить? Ну да, и парашюты эти оставим. Просто отхилить-то, если что, на всякий, да, вот здесь аптечки 3. Здесь 4 надувных лодки. Не, не 3, тогда 5 лучше. Ну да, так и сделаем. Жаль, конечно, мистер Джей. Я правда не знал, что самолет начнет падать. Ну там автопилот какой-то должен быть, хотя бы высоту держать. Не думал, конечно, я. А зря. Ничего, мы сейчас наших бойцов приоденем. И надо с автоподачи поставить все-таки. Все-таки надо. Потому как они в тяжелой амуниции. Им довольно сложно ходить, перезаряжать все эти пушки. Ходить за боеприпасами. Да, хорошо, мы сели. Надо фармить. Да, ну кто же знал, надо тогда по-быстрому сейчас все делать. Да не сбили мы его. О, 8300. В принципе-то. Новый объединенный плюс, оборонительный. Замечательно. Давайте закрыть.
Сейчас зайдем экипировка экипажа. Все, давайте, давайте. Где остальные там? Лоботрясы. Так, ты у нас пулеметчик, да? Готовый улучшенный набор пулеметчика экипировать. И бомбардировщик у меня будет тоже улучшенный набор пулеметчика экипировать. Все. Вроде бы все тут есть. Воздушные судна я хотел посмотреть по пулеметам. А именно. Турели меня интересуют. Хвостовая. Нет, верхняя турель. Вот это. 300... двигатели мне нужны. Мне нужны МК-3, да, стоит? А мне надо стандартный МК-4, да? 4. Так, сейчас. У меня стандартный МК-3. Давайте мы сейчас оборудование посмотрим, во-первых. Нет, у меня здесь трехместный. Это аптечки. Хвостовой, средний сзади. Опять же, две аптечки. Средний спереди. Парашюты. И передний. Все парашюты. Правильно? Проверяем. Парашюты. Два, это 5. И тут 5 аптечек. Хорошо, системы. А выживание у меня дунная шлюпка, да, если... Не-не-не-не-не. Голуби нет, системы. Так, двигатель. Давайте начнем сначала с двигателя. Левый внешний борт у меня будет стандартный 5. 6000. Давайте хотя бы стандартный 4. 3600. И турели. Верхняя турель. С автоматической подачей. 300, да, и там на вторую не хватит, но я двигатель поставлю. 303 на 2 ствола, МК-2 плюс автоматическая, это верхняя турель. Установить. Все. Такая вот у нас серия получилась сегодня. Разбилась наша боевая крепость Мистер Джей. 2 члена экипажа у нас всего спаслось. Или 3, по-моему. Я что-то там не обратил внимания. Вроде 2. Ну вот такая вот у нас серия получилась сегодня. Выдали нам, значит, новое воздушное судно. Корыто. Но немного апгрейджен. Не совсем, конечно, как старый. Что-то есть, чего-то нет. Ну, такой плохой сторону. Тут мы свинью летающую присобачили. И все дела. Вон черепушки, там тузы есть. Вот. А на этом видео подошло к концу. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.